Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и сегодня поговорим про рынок, куда он идет. И интересную вещь, на самом деле, я хочу вам напомнить, и сам про нее только вчера вспомнил, что смотрите, вот мы по биткоину видим, да, некое вот это сопротивление, в которое мы уперлись, некий такой мы рисуем треугольник, не треугольник, как ни назови этот паттерн, но есть коридор цены, грубо говоря, где она ходит. И смотрите, в чем вещь. Мы видим на более мелких таймфреймах, мы видим все время красные свечи, да, коррекции. Вот коррекция, вот коррекция. Вот сейчас идет. Но в итоге я хочу вам сказать, что главное не забывать то, что мы в пулране, в бычьем рынке, и мы все время, когда мы видим красные свечки, мы на самом деле находимся внутри большей зеленой свечи. Посмотрите, на недельном таймфрейме свечки все еще зеленые. Любое падение резкое, которое нам кажется вот здесь, на часовике, вот эти все падения, они все находятся внутри той недельной зеленой свечи. И даже здесь, посмотрите, мы сейчас растем, видите зеленые свечи? Но если посмотреть на более мелкий таймфрейм, на 5-минутки, то вот мы падаем тут внутри них. То есть каждая, любая коррекция, на самом деле, это всего лишь часть роста. И если посмотреть глобально на биток, например, месячные свечи, то у него особо и красных свечек-то, ну, здесь были, но если посмотреть за год свечки, то там и красных почти не было. Поэтому это важная тема, на самом деле, guys, осознавать всегда, что мы находимся внутри большей свечи. Вот, такая важная тема, на мой взгляд, которую я хотел, собственно, вам сказать, что мы внутри, всегда мы находимся внутри большего цикла. Даже когда мы находимся в медвежьем рынке по битку, смотрите, вот был медвежий рынок, да, вот был, можно сказать, еще. Но мы в целом были в большем движение наверх, которое по итогу, видите, нас забросило уже на новый этаж. Поэтому, что тут скажешь? Другой вопрос, что? Не в логарифме, вот, биток уже достаточно ни хреново так в этой зеленой свечке глобальной находится, недельный или в месячный. И, конечно же, вот месячный, мы видим, что в какой-то момент это остановится, и это будет, скорее всего, технически сопряжено с высокой тенью наверх, как вот здесь, и потом с откатным движением вниз. Но, кстати, если вот этот откат еще на недельках или на днях будет видно, то на месячных его даже может быть не видно. Вот, как видите, хайка наши точно отрабатывают, прямо рисуют букву L русскую, можно сказать. Так что, конечно же, в какой-то момент нас ждет корректос и даже медвежий рынок. Но, говоря про наши любимые с вами альты к биткоину, давайте посмотрим. Альт-сезон же все-таки как-никак. Вот, доминация посыпалась exactly, как мы ожидали. Альт-сезон... Вот он уже здесь и сейчас, даже они за горами. Все, кто шортил сопротивление по доминации, лонговал альты, всем большущий респект и крышесносных иксов. Ссылку на Bybit не буду свою, но она, вы знаете, всегда что внизу, а также Femix, Dudex, офигенные биржи, Binance, естественно, Полынь. Вот у меня тут немножко лонгов открыто. На Polo даже вот поднабираю еще Atom, Litecoin. Кстати говоря, в Binance третий день лежит график на фьючах. Напишите в комментарии, у кого такая же тема. И потому что у меня лежит. Кто спрашивал, держу ли я свой лонг по Dash, краткосрочный, спекулятивный на фьючах. Да, держу еще, но частично разгрузил. Вот у меня было здесь 25, по-моему, Dash, когда я открыл пару дней назад. Сейчас уже 19. Соответственно, есть свободная маржа, чтобы докупиться. Вот, напишите, если у кого тоже такой глюк. Я пробовал перезагрузить, все, ничего не помогает. Короче, ладно, биржи все офигенные, в закрепе, краны, все остальные дела тоже крутим. Лонг по золоту, который я взял. На Фемиксе вот, собственно, висит лонг, который мы открыли с вами в прошлом выпуске. И пусть он висит, это хеджевый лонг. И тут также вы можете торговать кучу всяких монет, еще дефайных, шмифайных, на контракт-маркете, на спот-маркете с нулевыми комиссиями. Также есть всякие функции типа bracket order, sub-аккаунты, можно хеджироваться. В общем, биржа офигенная, что-то среднее между Binance и Bybit, как раз для тех, кто любит фьючерсный трейдинг. Причем миксовать со спотовым. Не забудьте. И можно, кстати, на Фемиксе сейчас уже рассмотреть какой-нибудь альткоин в лонг. Тот же Litecoin. Ну вот не по текущим, может быть, но ведрами зайти. Но я об этом подумаю, когда закончу записывать это видео. Так что, ребята, захеджироваться золотом и торгануть альткоинами. Ну и невозможно не отметить, конечно, рост XRP, ребята. Причем он как к доллару взорвался и пробивает доллар. Так как битко очень хорошо пошел, примерно так же. Так что смотрите, ребята, по XRP это, походу, не шутки. И все эти вбросы с новостями, с судами, это все надо было читать между строк. И я не знаю, я не трейдю XRP сейчас, я тут что-то трейдил вот в этой волатильности. Ну, холлю небольшую часть, я вообще не люблю XRP. Но в плане не финансовый, конечно, совет. Но очень похоже, что это смена мультигодового тренда сейчас происходит по XRP, так что
чуваки, мы можем увидеть гораздо выше, чем вот этот пик. Вот что я думаю по XRP. Вольт, альтсезон, как я сказал тоже в позапрошлом видео, что вот он здесь, и не надо пугаться вот этого, то, что мы в значениях 100, потому что если посмотреть за все время, то вот он, когда альтсезон, мы пребываем гораздо выше, чем это значение. Так что мы можем это как разворотную формацию рассматривать и находиться еще год или там сколько в этой красной территории. Так что, ребята, не финансовый, конечно, совет, дисклеймер, но очень все круто выглядит. Вот, и... Альты к битку, что я хотел сказать, тот же Dash BTC, допустим, смотрите, мы находимся только-только в месячной, вот, зеленые первые свечки за долгие, за год практически. И как бы если она не зафейлится, конечно, то все эти коррекции внутри, вот смотрите, недельная, тоже у нас свечка разворачивается наверх. Я знаю, что Dash USD больше всех интересует, вы к доллару торгуете, вот. Мы в недельных бычьих свечках находимся. Поэтому то, что вот это вы видите дневную такую, или даже четырехчасовую, вот это падение, все зависит от вашего риска, конечно. Если вы набрали тут огромных плеч, нахомячили, то понятно. Но в целом это все глобально наверх, и экспонента, вот она, парабола, убыстряется, набирает обороты, ускоряется. Так что все окей на самом деле, не парьтесь, что я вам хочу сказать. Торгуйте аккуратно с мани-менеджментом, с риск-менеджментом, с стопами в конце концов, или с плавной разгрузкой и догрузкой. Ну, а у меня на сегодня все практически, я думаю, еще в планах переводы. Вот, опять же, посмотрите на то, сколько дали монеты за неделю, и вы все поймете. Где там наш Dash? Вот. Dash, хоть и за сутки дал минус 10% почти, минус 9,5%, за неделю он дал все равно до сих пор плюс 15%. То есть, если вы не готовы сидеть вот такие просадки, то вам не видать ни вот таких, никаких иксов. В этом-то и смысл крипторынка. Вон, Elrond 30% дал за неделю, Neo 17%. Так что все ровно, чуваки. Как бы BitTorrent вообще, конечно, рвет. Но впрыгивать вот на таких хаях, по-моему, не нужно. Нужно... Трон тоже 36%. Короче, не финансовый совет, дисклеймер. Вы сами принимаете решения, все риски берете на себя. Вот. Собственно, что, всем профита тогда. Погнал я дальше делать дела. Скоро будут переводы офигенные у нас на канале, поэтому подписывайтесь в телегу на канал, ставьте лайки, не забывайте. И до скорой встречи в следующем видео. Пока.